Какой тут бассейн непонятный. Разруха. Сталин, что здесь купался в этом бассейне? Ну, кстати, вполне возможно. Может быть и так. Здесь Сталин, короче, киношку смотрел. Вот здесь вот прям ему показывали. Здесь вот он сидел. Вот здесь Сталин спал. Здесь вообще на видео нельзя снимать, я потихоньку снимаю. Здесь он спал. Ходил вот так и смотрел. Кайфовал. Здесь заседание проводил. Смотрите, стулья какие низкие. Типа специально, чтобы все, кто садились, они были ниже, чем он. А уже, видите, более высокие. Подоконники даже, смотрите, тех времен ничего не. Так вот он выглядывал и видел это все. Мы сейчас глазами Сталина смотрим.